Добро пожаловать в самый сложный из сюжетных и самый сложный из сюжетных Elden Ring с возвращением. Возвращением. Да, тут сейчас будет пузатая бродяга, как я, но без брони. И как я без брони. У меня такое же сейчас где-то пузико какой-то брони. Поэтому да, я понимаю. Впереди роскошный вид. Такое. Так что да, привет, Рубкар Казах, Монгол Татар. Мы пойдем вниз. Вниз попробуй сообщение. Уау, большая лестница. У нас, по идее, сегодня должна быть моления, которая вроде как самый сложный босс в игре. И проверим. Стоп, а это что такое? Лифт. Лифт вниз. Стой, 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 стой. Лифт вниз. Вдруг вниз там. Вдруг там не сюда. Да славится роскошный вид. Альфаэль, опора святого древа. А может быть сегодня моления не будет? Я думал, когда мы вчера в эту локацию заходили, что мы здесь зайдем и здесь будет сразу моления. Но, видимо, фиг мне. Тут, походу, целая... Тут, походу, целая локация с прокачкой и со всем остальным. Ну, знаете что? Будем наслаждаться процессом. Пойду посмотрю, что здесь вот будет на башне. Поисследую. Не буду я сегодня торопиться. Всегда вчера. Вчера я спешил. Сегодня спешить не буду. Сундук. Узри сундук. Драконий кузнечный камень. Узри не нужно. Я имею в виду, мы можем пойти и прокачать какую-нибудь оружку еще. На плюс 25. Но это нужно пойти нафармить 1500 рун. Но мы можем, у нас есть все кузнечные камни. Я имею в виду, можем. Для меня Радагон финальный был сложнее с моим билдом без хп. Принц Хаоса, ты герой. Я не представляю, как ты прошел без хп. А я представляю, как ты прошел через мучения и страдания, да? Потому что мы попробовали без хп поиграть какое-то время. Привет, рыцарь. Мы попробовали поиграть без хп, я честно попытался. И это проходимо, естественно. Шлем чистой гнили. Но я, это нужно ангельское терпение, усердие, усидчивость. И просто невероятное. Невероятное. Даже не знаю, что. Броня ментальная. Неуничтожимая. Шлем. Шлем чистой гнили. Крылатый шлем рыцарей чистой гнили, прославившихся своим победоносным походом в эпоху раскола. Рыцари чистой гнили поклялись сражаться бок о бок с молением, и невзирая на постепенное и неизбежное гниение их плоти, они приняли эту судьбу и яростно шли в атаку. Может, если я одену что этот шлем, она не сможет меня бить? А подумает, что я один из ее рыцарей. Критический удар, попробуй. Критический, говорят, удар, попробуй. Что ж, попробуем. Работало. Критический удар был попробован. А вы тут все будете, наверное, рыцари чисто гнили молений, да? 70 тысяч рун? Откуда? У меня 70 тысяч рун. Здесь много рун за противником дают, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чат, вы хотите какое-нибудь оружие попробовать? Или мы все играем с дредами? Потому что если мы хотим попробовать какую-нибудь новую оружку, сейчас время это сделать. Или мы идем на молению. Я, правда, с щитами играю, Радагону на них пофиг. Окей, понял. Дренами? Нет. Дренами. Окей, все, чат тоже хочет уже идти смотреть молению. Все, играем с дренами. Договорились. Принято.
через щиты, я через щиты играл первый Dark Souls. Я, короче, в первый Dark Souls, когда играл, я такой пошел через щиты играть. И играл с щитом где-то половину игры. И потом уже, когда половину игры прошел, я переключился на двуручье. Потому что когда ты начинаешь играть, явно через щиты интереснее. Потому что ты хоть можешь поизучать атаки врагов, все такое. Изучить противников. Потом переключаешься на двуруч и такой, о, я наношу много урона. Но щиты явно, явно правильный ход. Первый раз проходя игру. Типа Dark Souls или Elden Ring. В Bloodborne нет щитов. Осторожно слева. Я всю игру прошел топором на веру. Что мне нравится и в Elden Ring, и в Dark Souls, здесь в принципе любая оружка пойдет. Потому что даже кинжал. Типа мы ради прикола включили этот кинжал, и он был рабочий. Он вполне был рабочим. Мы завалили несколько боссов этим кинжалом. Я думаю, что... Осторожно справа. Я думаю, что вполне могли бы кинжалом и вот это все проходить спокойно, без всяких проблем. Просто другая тактика игры была бы. Вместо того, чтобы как первобытный человек прыгать на голову рыцарям, я бы... А я имею в виду, атака в прыжке слишком сильная. Вот чего бы нужно понерфить в Elden Ring, это атаку в прыжке. Нет, я неправильно говорю. Не понерфить, убрать нафиг. Атака в прыжке не, нафиг не нужна в этой игре. Она... А выглядит глупо. Она ломает всю боевку, если быть честным. Потому что, в отличие от обычных атак, ты не так сильно подставляешься. Во время прыжка у тебя частичная неуязвимость. У тебя типа ноги неуязвимы в прыжке. И как в перекате. В перекате ты весь неуязвим, а в прыжке только ноги. Она наносит слишком много урона. Я не играл в Elden Ring и счастлив, не страдал, как все. Я очень сильно рекомендую поиграть в Elden Ring, он так хорош. Это лучшая open world игра, точка. А я люблю open world игры, типа Skyrim, Kingdom Come Deliverance. Elden Ring лучшая. А очень большая. Можно сказать, слишком большая. Я бы даже сказал. Она такая большая. А могла бы быть чуть-чуть поменьше. Но разнообразие, которое она тебе дает в выборе билдов, в построении персонажа, явно возникает стойкое желание пройти еще раз. Потому что даже вот мне нравятся дрыны большие. Я такой, блин, большие дрыны — это кайф. А мне нравится этот билд. Но я хочу попробовать кинжал. Полностью игру с кинжалом пройти. Я хочу попробовать рапиру. Рапиру. Магию я не хочу пробовать. Мне не нравится магия в этой игре. И вообще в Dark Souls. Ну вот все остальные пушки очень хочется потестить. Хочется потестить, попробовать. Спасибо, рыцарь. Я вообще-то разговариваю. Можно как-то. Будьте добры, мистер рыцарь. Меня убили. Так много вариаций не дает ни одна игра. Вот в оружии, в боевке, ни одна. Все остальные... В Kingdom Come Deliverance, да? Ты играешь, у тебя есть меч, у тебя есть топор и у тебя есть булава. И по большому счету это все. Типа... Миссия выполнена. И мы играли, мы попробовали меч, но я проходил в итоге с топором Kingdom Come Deliverance. И... Было прикольно, но все-таки не то, да? Ну как не то? И мы не попробовали все, что игре есть предложить. Тут, кстати, можно тоже вниз спуститься. Много тут всяких спусков. Вот там босс. Я не видел его. А, это типа сокращение пути. Подожди, а к боссу?
Не хочу играть в Elden Ring, не хочу. Не хочу, да, пожалуйста, не надо. Я просто, ну, мы типа к концу игры подходим, и я, ну, типа свое мнение, раз уж зашла речь, типа свое мнение выражаю. Стоит ли мне? Наверное, надо будет вернуться потом просто. Прыг. Наверное, нужно вернуться. Здесь спуск вниз есть, о мой бог. А вот это, наверное, комната с этими рыцарями, да? Это что за покемон? Покемон? Впереди требуется атака, да, я вижу. Ох. Ох. Нифига себе. Неожиданно. Жесть. Кузнечный камень мрака 9. А думаете, впереди требуется атака? Он на паучьи коконы написал? Да? А вот та комната с рыцарями. Привет, Rebellion Dandelion. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, одуванчик. Привет. С меня в спину копье воткнут, да? Ну, типа планировали. Ай! Окей. Что у тебя есть? Нет. Это интересно, ты за двух противников здесь получаешь только же рун, сколько почти за 2 часа боя с великаном. Да. Я вообще в этой локации получаю столько же рун, сколько за все мое прохождение всей игры. Типа, ну, говорят перекач, но на самом деле, если бы я дошел, например, до этой локи на 20 уровней меньше у меня было бы, то потом, в итоге, здесь я бы все эти 20 уровней вкачал бы обратно. Потому что каждый уровень дороже становится. Я бы реально тупо бы сейчас вот 20-ку левелов поднял. Смотрите на эти руны. Невероятное количество рун. У меня 1500 рун. И да, это не великан. Это намного легче. А, рыцари были там. Okay. Полтос. Полтос еще 150 лежит вот там, вот в этой комнате. Я думаю, что сделано специально. Ну да, типа ты сюда доходишь и наверстываешь упущенное. Даже если ты не докач, как-то здесь оказался, если ты сможешь пройти здесь противников, ты наверстаешь упущенное и качнешься до требуемого уровня. Ну и, соответственно, камней тут тоже выпадает куча, чтобы ты мог вкачаться, вкачать. Так что, да, у нас перекач, но, честно, я могу снять 20 левелов спокойно, перекинуть в интеллект с любого нужного стата, и мы будем в порядке. Кроме ХП. ХП — это самый важный стат в Elden Ring. Самый имба стат. Если ты прокачиваешь ХП, то тебе будет намного легче, чем без прокачки. Ага. Баллисты, значит. Вот оно чего. Потому что вот я не знаю, как Принц Хаоса выстрадал прохождение без прокачки ХП. Прах солдат святого древа. Узри цветок. Спасибо.
ХП переоценено. Он ты, принц хаоса теперь будет, может хвастаться до конца жизни, что он прошел Elden Ring без прокачки ХП. Потому что это реально достижение. То, что я там боссов с первой попытки убиваю, это все фигня. Полная фигня. Шлем рыцаря святого древа. Повышает веру на 2. Спрыгнуть вниз. Мы там дерево не завалили. Здесь где-то дерево еще ходит. А вот оно. О, отсылка к первой части. Первая часть, бой с этим. О, нет, 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 нет. Мисплей, 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 мисплей. По-моему, в меня стреляют. А нет, там рыцарь. Так, я понял. Понял, ошибки были сделаны. На помощь? Перекач? Нам нужен перекач? Окей, давайте по одному, рыцарь. Господин рыцарь, можно ли вас попросить? Да. Что ж. Оно умеет кастовать магию в этот, вот так вот. Вот умеет кастовать магию через дверь. А теперь представьте то же самое, без прокачки ХП, буквально каждая атака тебя ваншотает. Не просто некоторые атаки ваншотают, я думаю, здесь, наверное, все ваншотали. Если с щитом, может быть, терпимо. Мы пробегаем. До свидания. До свидания. Извините, пропустите. Будьте добры. Как мы туда в прошлый раз попали? По-моему, я сейчас сдохну. Наверное, мне сюда, я бы предположил. Потом я бы предположил мне сюда. Потом вот так вот. Вот так вот. А, я тебя видел. Я с тобой дрался, и я... Им теперь меня... Опа! А потом после вот этого опа, потом, наверное... А может быть не вниз. По-моему, этих рыцарей лучше пройти. Не пытаться их пробежать. У меня плохое предчувствие, если я попробую их пробежать. Лови. Где я был там? А, вот там. Туда. Там лестница есть. Но это вот как раз это дерево охраняет проход. То есть, если я вот попрусь сюда... Мне кажется, это дерево меня нормально так накажет. Да, я в обход в прошлый раз шел через эти баллисты. А как я до баллист добрался? Так? Да. Так? 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 Так?
И тут еще рыцари. Их опять двое. По-моему, я сейчас сдохну. Камера? Двойной хил? Это не твоя битва, что ты делаешь? Отпусти меня! Не отпускает. А яд откуда? Да ты яд делаешь. Накидка со святым древом. Баллисты. Привет, баллисты. Потом я пошел по этой штуке. Да, я пошел по этой штуке и перепрыгнул туда, да? Вот. Стоп, я не взял руны. А, но руны здесь. Триста тысяч рун. Что ж, продолжаем перекач, видимо. Я не знаю. Что еще делать? Перекачиваемся дальше. Ну что, мне не качаться, что ли? Типа я могу больше левел не повышать выше 150-го. Ладно, давай мне 2 левела ловкости. Короче, качаемся. Так, теперь эти ребята. Синхронное плавание рыцарей. Что насчет не закрывать хилки? Куда их не закрывать? Куда будем хилки не закрывать, чат? Я забыл. Надо переехать. Все. Пример больше не закрывает хилки. Окей. Давай, дерево, я готов. Я не готов. Я совсем не готов. Я разучился играть, а? Я привык фейс-ролить противников. Перекачиваю. Это плохо. Кто-то мне подсказывает, что на малении мне будет тяжело. С другой стороны, если это глупо и работает, то это не глупо. Руна повелителя. И священный бутон.
прошу прощения, извиняюсь, я ушел. Омут призыва теперь активен. Что ж, время молений. Моление. Впереди предмет, попробуй сзади. Руна героя 5. Я не видел рун героя 1, 2, 3, 4. Только сплошные руны героя 5. Впереди требуется прыгнуть. Что, туда наверх нужно? Не верю. Почему опять красная гниль? Хороший вопрос, а? Осторожно, умиротворенность. Вопрос на то, счет того, почему опять красная гниль, это очень хороший вопрос. А ты что здесь делаешь? Это реально красная гниль. Мне что, туда? А не могла бы перестать набираться красная гниль? Не могла. Не могла бы. Что ж, все равно не могла бы. Что ж. Видимо, судьба. Я вижу тебя, и ты от меня не спрячешься. Иди нафиг. Я всех вас вижу. И тебя вижу. Тебя вижу. Тебя вижу. Я вижу. Интересно, в какую сторону мне надо идти? Свобода. Чувим мы дома. Окей, ты большой. Создание. Пилюли от красной гнили. Сделать мне, пожалуйста, еще 3. И это весь мой запас, а? Походу мне туда. Что ж. Отчаяние является в видениях.
вниз, прямо на дно пещеры. Да славится благодать, спасибо. Налево? Подожди, мне сюда? Или нет? На Элдене все спят, но скоро он закончится, так что норм. Да, кстати, мы никогда в жизни больше не будем проходить большие игры. AAA всякие. Это последняя большая игра, которую мы проходим вообще. Как кольцо Елдена идет? Хорошо. Кольцо идет отлично. Ловлю на слове. Ну, блин, а серьезно. А жесть. Игра классная, но... Я мертв. Я так мертв. Предыдущая большая игра была Черная книга? Не-не-не-не. Черная книга — это другое. Черная книга — это не большая игра. Большая игра — это какой-нибудь Skyrim следующий, там Elder Scrolls 7. Что это такое? Ну, точно сюда. Я просто думаю, может быть, Маленя там где-то внизу живет, за этой красной рекой. Но туда не спуститься никак. Выпустят завтра кольцо Элдена 2, посмотрим, как запоешь. Я запою именно так же, как сейчас. Я не буду проходить. Ну, мне нравится играть, но это явно на стримах не так весело, как играть какие-нибудь рогалики или еще что-то. Все равно хороший контент есть, но типа между какими-нибудь крутыми событиями, там типа когда между крутыми боссами или еще что-то такое. Слишком много времени, когда ничего не происходит. Да? Так много. Эти чуваки все еще такие же гадкие, как были раньше, ага. В это время можно петь киша.
Можно. За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей. Можно, но не 150 часов. Вау, большой цветок. Одежда странницы. Наверное, это какой-то лорный цветок. Она залезла в цветок и стала цветком. Странница. Мальвина. Дюймовочка. Кто там живет в цветке? Дюймовочка, да? Впереди смотри внимательно. Ха-ха-ха. Ну, Спайр, вот какая игра на 1500 плюс часов. А, в Спайре... Но в Спайре... у тебя... чистый, незамутненный экшен. Каждый забег — это сплошной экшен. У тебя нет моментов передышки. Чат отмоления? Мы нашли какого-то босса. Не знаю. На всякий случай ставку. Пройдет ли стример босса за одну попытку? Держите. Без понятия, где моление. Ну... тут будет какой-то босс. Может быть моление, может нет. Вот, добро пожаловать в ставки. За столом сидели, моленью ели. Судя по ставкам, похоже, здесь моление. Окей, верующие. Для вас предпоследняя руна. Для вас мясо. Которое повышает силу физической атаки. Нифига там коэффициенты. Один к 96, да? Что ж. Все? Наигрались? Игра? Что ж, игра вылетела. Ну вот. Считаем, что победили. Фу, Афаэль, опора святого древа. Кровотечение попробуй, впереди требуется удачи. Ах, я хочу домой. Точно моление. Движение по кругу является в видениях. Так, ну что, все, игра, надеюсь, починилась. Пробуем еще раз завалить моленье. Дайте мне кусочек ножки. Кусь. Кусь. Моленье, мы идем к тебе. Окей. У нас ставки на моленье 1 к 96 для верующих. Играй, пожалуйста. Игра работает. Ура, мы починили игру.
О, леди сидит. Точно она. Пит. Тебя не контролируют. Камера от ветра затряслась. Я так долго спала. Какие у нее пальцы длинные. Моя плоть пожелтела, подобно потускневшему золоту. А кровь что-то там тоже. Я оставила после себя гору трупов. В ожидании его возвращения. Это же та девушка из трейлера. Теперь я ее узнал. Я Маления, клинок Микелы. О, да. О, да. Поехали. Вперед. Я прежде не знала поражений. Что ж, все бывает в первый раз. Какая веселая. А что если бонь? Ага, понимаю. Что если... Что если боньк? Что если боньк? Ага, понял. Хорошая атака, красивая. Как доджить непонятно, ну ладно. Много ударов она делает, а? Окей. С первой попытки не получилось. Сомневающиеся получают свою заслуженную награду. А, хилится от атак. Насколько я помню, насколько я успел случайно позаспойлерить себе Маленью из того, что мне писали в чате, она хилится от атак. Так что, да. Перекач кончился. Что ж, пройдет ли стример босса? Поехали. Не докач. Она быстрая, но она получает урон. То есть не выглядит прямо непроходимой. Агрессия. Я думаю, нам нужна агрессия. Как и на быстром, как и на тонком, на длинном. Я думаю, на ней будет рулить агрессия. Так что, погнали. Микела. Или это как там тебя? Рафаэла. Там задержка. На рывке у нее задержка. Это ясно. Может, я тебя два раза смогу ударить? Сбито? И у меня не работает кнопка. О, руина, о, руина. Она сбивается, чат. Я все еще кнопку не починил. Это та самая атака. И она делает это не один, не два, а три раза. Жесть. И лечится. Она лечится. Лечится, лечится, лечится. Окей, ультовать мы ее не будем, я думаю. Заморозка второй раз. Мы близки, окей? Две трети здоровья в минус. Я не знаю насчет самый сложный босс в игре. Я предполагаю, что... Наверное, у нее есть вторая фаза. Я бы предположил. И поэтому мы, возможно, здесь будем 50 часов. У нее фаза вторая такая же. Такая же сложная.
Но я считаю, она у нас в кармане. Просто агрессия, 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 агрессия. И почини кнопку. Всегда чинить кнопку. Чинить кнопку самое важное. Мы атакуем, атакуем. Не самая удачная попытка. Мы выдадим ставки. Я не могу на ней делать ставки. Потому что я точно буду... Я не могу делать на ней ставки, потому что я тупо буду закликивать. Я запарюсь переключаться на ставки. Сразу на 10 попыток? Так, можно на 10 попыток? Окей, пройдет ли стример босса за 10 попыток? Только чат надо считать. Окей. Окей, Фуша будет считать. Все нормально, Настя. Нам не нужны ставки на каждую попытку. Я думаю, что мы здесь можем быть надолго. Легко. Поехали. Может ее ультовать со старту? Давай попробуем ее ультануть со старту. Ну, два раза ультой попал. Оленя, лови еду в лицо. Она отхилила весь урон. Класс. У меня полная хп, а у меня нет. У меня тоже почти полная. Я понимаю, в чем проблема на этом боссе. Я понимаю, почему люди ее проходят долго. Ты буквально должен играть идеально. Иначе... Иначе она просто будет выхиливаться. И все. А эту атаку я не знаю, как ее надо доджить. Что, оглушение сегодня не работает, а? Как-то так. Не понял? Что ж. Видимо, оглушение сегодня выходное, оно такое. Ну, типа, я не буду работать, ладно, пофиг. Банки кончились. Что ж, мы, наверное, проиграем. Смерть его, смерть. 10 попыток, мы можем это сделать. Первая была. У нас еще 9 попыток. Верующие, все будет. Агрессия, агрессия, агрессия и еще раз агрессия. Мы ее сделаем. Так. Кнопка опять не пашет. Что ж, не очень-то и хотелось. Это та самая атака. Я понял, отходим назад. Раз, два, три. Почти задоджено.
По-моему, надо просто отбегать назад, когда она делает много ударов. Просто бежать? Или наоборот бить ее? Да, наконец-то интересный босс, который не умирает от одного удара дубины. Это хорошо. Последний действительно сложный босс был Маргит примерно 130 часов назад. Я на полном серьезе. Окей, был еще тонкий. Окей, был худой. Худой был тоже классный босс. Но он был, по-моему, он плохой босс. Но с ним было интересно, потому что он был тяжелый. Мы снесли ей половину хп. О, это та самая атака. Понятно. Типа я почти задолжил ее. Почти. Ладно, моление. Микелы, кто-то там. Окей, после оглушения просто бить ее. Ее не критануть. И стоять спиной к стене — плохая идея, потому что камера не работает. Еще раз. Прохождение можно назвать Вайлдлинг 150 часов, вспоминает бой с Маргитом. Потому что это был самый лучший бой в игре. Я даже не шучу. Медведи еще классные. Медведи тоже классные, да. Медведи хорошие боссы. Все. Окей. Сбито. Не сбито, но сейчас будет сбито. Обычные атаки не надо делать после прыжка. Мы мертвы. Мы так мертвы. Она, кстати, если вы не расслышали, она Миления Blade of Mikola. Я не знаю, запомнили ли вы, но она Миления Blade of Mikola. Я думаю, еще через сотку попыток я хорошо запомню, что она Миления Blade of Mikola. Мы это делаем, чат. Агрессия, агрессия и еще раз агрессия. Мои руны? Мои ноль рун. Задоджила, молодец. Я тоже могу доджить и контратаковать. Так же, как и ты, Миления Blade of Mikola. Ага, я тут хотел убегать на этой атаке, но... получилось. Она что-то говорит? Вот только что сказала. Миления Blade of Mikola. Слышал? Говорит, I am Миления Blade of Mikola. Ей так нравится так говорить. Окей. Дрыны слишком громкие. Она говорит, когда меня убивают. Так, классный босс. Окей. А нам нужно научиться уклоняться от ее атак. Я думаю, это босс на уровне Маргита. А думаю, это босс на уровне Маргита, и нужно будет просто драться, пока мы ее не пройдем. И заучить ее атаки, окей. Что ты умеешь делать? Нужно найти атаки, на которые ты хочешь контратаковать. Не на каждую атаку, а на те, на которые она подставляется под удар. Смотреть ее удар, запоминать
подбегает, прыжок. Отличная атака для контратаки, отходим назад. Рывок, много ударов, можно контратаковать. Может быть, дистанция это ответ на ее, все ее вопросы. Типа, если мы держим дистанцию, это было не то. А не наказывает за хилки. По-моему, я наношу больше урона, чем она отхиливает. И она наказывает за хилки иногда. Не, она отхиливает больше, чем я наношу. У нее полная хп, а? Интересно, реально ли ее вообще критануть после? Реально ли ее? Как это доджить? Как это доджить? Я не знаю. У меня нет идей. Попробую ударить ее. Ты думаешь, ее можно сбить? В этом состоянии. Когда она начинает делать? Блин, давай попробуем. Маление Blade of Mikola. Жадность. Мега жадность. Смотри на Let Me Solo Her, он умеет доджить идеально. А, ну он, наверное, сделал больше, чем 10 попыток, когда учился доджить, да? Типа он умеет, он не заспавнился с умением доджить идеально, да? Или вы думаете, он спавнился? Как много, по-вашему, чат людей спавнится с умением, например, проходить босса? Или что-то такое. Я думаю, очень мало. Типа раз в тысячелетие спавнится кто-то, кто умеет там, Моцарт какой-нибудь, да? По большей части людям нужно тренироваться, стараться, учиться и так далее. Чат весь заспавнился. Чат все знает абсолютно без проблем. Чат все умеет, ни разу не пробовал. Спасибо, Маление, Клинок, Микелы, за донат 64. Сейчас посмотрим, Маление, Клинок, Микелы, на тщетность. Как бы не получилось, что у тебя тщетность. Как насчет крита, Маление, Клинок, Микелы? Как тебе такая вечеринка?
Blade of Mikala. Окей, 10 попыток прошли, да? Была 10-я. Что ж. Нет, бить, когда она делает эту атаку, что-то мне не получается. Агрессия, по-моему, против нее правильное решение. И принц пишет, что агрессия хорошая идея. Типа как-то вот так вот. Как вам такая вечеринка? А потом добавить. И прямо все время дистанцию сближать. Опять эта атака. Тактика работает. Тактика агрессии работает. Единственное, нужно разобраться, что делать. Единственное, что нужно разобраться, это что делать, когда она прыгает и бьет примерно 5000 раз. Я имею в виду, это чесовая атака, понятно. Понятное дело, что атака в полный вчес. Типа... Ни в каких других Dark Souls'ах такой атаки ни у каких боссов не было. Я не знаю, как ее доджить, и я так подозреваю, что ты не должен ее доджить, да? Вот она. Убегать не получается, я только что попробовал. А я не знаю. Окей, чат, я выдаю монетку сомневающимся. Мы не будем делать ставки, пока мы не дойдем до второй фазы. И хотя бы не будет реального шанса посмотреть на вторую фазу. Потому что это... Камон. Шепчи, что ты варлок, клинок Чатопии. Я варлок, клинок Чатопии. О, кнопка сломалась, потому что ставки выдавал. Агрессия, агрессия, еще раз агрессия. Еще раз агрессия. Я мертв, я так мертв. Что ж. Надо подумать. По идее, наверное, нужно убирать лок и просто убегать быстро-быстро. Но это, блин, получится ли это стабильно делать, я не знаю. Все остальные атаки, ничего сверхъестественного. Обычный босс, да? А вот это? Я задолжил. Я бог. Я бог, рожденный среди смертных. Микела. Blade of Mikala. Моя дубина, она ударилась в стену. Она ударилась в дерево. Микела, подожди, моя дубина. Микела, перестань доджить. Моление, прости. Опять это чёс. Я жив? Невероятно. Продолжаем наш танец. Моление. Blade of Mikala. Оу, мисклик. Эбл.
мистер и миссис Клик. Ты задрала доджить мою одну дубину. Опять этот счёс. Ну да. Если вы, кстати, не знали, ее зовут Микела, а клинок Малении. Или Маления, клинок Микелы. Или если вы смотрите нас из-за рубежа, то она Маления Blade of Mikela. На всякий случай, вдруг забыли. А, очень хорошо доджила в этом бою, а? Я даже не могу быть недовольным. Хорошие доджи, Маления, клинок, Микела. Опять доджи. Я не знал, что боссам можно так доджить. Окей. Смерть. Это, наверное, не лучшая моя попытка, а? Слушай, мы ее зажмем в углу здесь. Сиди в углу, маленько. У меня кончится выносливость. Спита. Кнопка не работает, опять. Смерть. Маления, кстати, клинок Микелы. Все, я починил кнопку. Набрать предметов на вампирик и передамажить ее. Я думаю, нужно просто дать ей бубен. Нормально. И научиться доджить ее атаки. Не может быть другого способа. Ну типа вот так делать не надо, как я сейчас делаю. Надо. Как босса зовут? А, да. Босса зовут Маления, клинок Микелы. Или по-английски Маления, Blade of Mikela. Если что. Если вы пропустили начало стрима, то она Маления, Blade of Mikela. Надо нашу ульту тоже поиспользовать, да? Что-то она ульту использует, а мы нет. А может ульта моя поможет? Сейчас, подожди, Маления Blade of Mikela. Подожди. О, ульта работает, слушай. О, она не умеет доджить ульту. Как тебе такая вечеринка, Маления Blade of Mikela? Я только что ударил ее, когда она ульту заряжала. Я ее попал по ней ультой. Я по ней попал ультой, когда она заряжала ульту, и ей вообще пофиг было. Так что что-то с этой ультой делать непонятно. Это единственная ее, кстати, сложная атака. Все остальные атаки обычный босс. Ульта полный в чёс. То есть у нас, ну, классика Elden Ring, у нас обычный нормальный босс, и все вроде бы ничего, если бы не одно но. Например, нерабочая камера, как на великане или на драконе перед великаном. Или там на этой Микеле, которая, кстати, клинок Микелы. Одна в чёсовая атака, которая сделает 100-500 ударов, тоже нормально.
Да подожди, она только что взлетела. Я ее сбил. Все-таки сбивается, только не ультой. Две хилки не надо было делать. Она разозлилась. А чем-то недовольна. Не знаю даже чем. По-моему, у нас все отлично шло. Моление Блейдов Микела. Мы с тобой так хорошо сидели. Ты че душнишь? Че творишь-то? Все было в полном порядке. Ты начинаешь. Поступ ищейки решает проблему ульты. Окей. Нет. Мы просто сейчас пройдем ее тем, что у нас есть. Здесь должно быть уже дело чести. Да? Типа, мы дошли сюда с этим билдом. Специально, чтобы ее законтрить. Я пока не буду ничего менять. Нет, насчет того, что у нее сложная одна атака, я абсолютно серьезен. Я имею в виду, это все, все вот это нормальные боссовские атаки. Ну, сложные, но адекватные. Вполне. Вот это? Это есть. Это что это такое? Камон! Моление. Клинок, блин, Микелы. Три удара точно не сделать. Иногда два удара прокатывает. По-моему, она, короче, разозлилась. По-моему, она недовольна. Харлок, полчаса назад моление не выглядит как самый сложный босс. Да ладно, я такое говорил. Не может быть. Невозможно. Маления. Я забыл, как тебя зовут. Маления. Грабли Василия. Щит Арагорна. Что там было? Напомни, пожалуйста. Что-то я не могу вспомнить. Какой-то сабля. Сабля Шифрона. Никак не запомнил. Сложные у вас имена тут все. С разными буквами. А, Моление Клинок Микелы. Точно. Да-да-да-да-да. Спасибо. Тут забывать начал уже. Без напоминаний. Клинок Микелы. Постараюсь запомнить. Окей. Безысходность. Тщетность. Ну, безысходность в плане, как доджить ту атаку, когда она бьет много раз. Пока что я не придумал. Идей у меня нет. Отбежать я не успеваю. По ощущениям. Вот это. Просто уклоняйся. От какого из ударов? От какого из ударов уклоняться будет? От какого из 5000?
Чату сложно объяснить, мы чувствуем на автоматизме. Он чат знает, от чего уклоняться надо, от всех ударов, правильно? Че экономить? Уклоняйся от всех ударов. Зачем от одного уклоняться? Окей, валение, хлеб Миколы. Держи три ульты. Держи прыжок. Ты будешь сбита прямо сейчас. Ты будешь закритована. Еще один удар в прыжке тебе на сладкое. Теперь ульту. Много ударов. Можно, наверное, взять кинжал и парировать ее щитом. Я думаю, если ее много парировать, то она сдастся. Что-то она сегодня не сбивает. Оленя, можно вас сбить попросить? Сбиться. Давай следующий стрим 6 часов молений. Ну вот в понедельник будет секретный стрим по Elden. Если в понедельник будет секретный стрим, то будет секретный стрим по Elden Ring. Соответственно, будет 6 часов молений. Если будет, я не уверен. Потому что, может быть, я в понедельник буду доделывать ремонт дома. Короче, будет зависеть. Потому что я собираюсь переезжать из офиса домой вместе со своей студией, так что... В следующем месяце у нас будут уже коты на стриме присутствовать, все 7 штук будут нас развлекать, когда мы будем страдать на молении, которое, кстати, клинок Микелы. И поэтому, может быть, надо там будет ремонт фигачить. Шла нафиг. Моление, клинок Микелы. Микела, клинок молений. Если я ремонт в понедельник делать не буду, то я приду и будет секретный стрим по Elden Ring. И будет 6 часов, наверное, молений. Я не думаю, что я ее пройду. Вообще когда-нибудь. Я думаю, я ее никогда не пройду. И до конца жизни мы будем проходить молению, которая, кстати, клинок Микелы, если вы не знали. Для общего развития. На Википедию занесли информацию, что она клинок Микелы. То, может быть, люди даже не в курсе. Моление, между прочим, клинок Микелы. Вот, все, приехали. Что делать на этой атаке? Не сдавайся. Чат, что делать на этой атаке? Вы придумали? Придумайте мне, пожалуйста. Я все остальное устраивает. Даже то, что она повторяет, что на моление клинок Микелы. Кроме этой атаки. Ну, наверное, эта атака никого не устраивает, а? Думаю, я не один такой. Поехали. Оленя, кстати, клинок Микелы зовут. Точно. Спасибо, что напомнила. Ой.
Моление мне будет сниться. Мне сегодня ночью будет сниться. Моление, клинок Микелы. Моление, клинок Микелы. Я моление, клинок Микелы. Окей. Иногда она, кстати, не сбивается быстро. Я не знаю, сбивание работает как-то странно. Иногда я бью и на третий удар ее сбиваю. А иногда, блин, фиг там. Че это такое? Где сбивание мое? Опять нет его. О, приехали. Я жив? Моление, клинок Микелы, я жив. Попала. А, два раза подряд, да? Правильно. Вообще не понимаю, зачем она делает другие атаки. Она могла бы спамить вот эту и выигрывать. Единственная ее ошибка в том, что она не делает этого без остановки. Леди, вас случайно не моление и клинком Микелы кличут? То я слышал, тут есть одна такая. Нерво. Ты ее ульта на экономит ману. Окей, если вы на средней дальней дистанции, бегите назад. На первых двух выпадах. А на третьем уклоняйтесь в ее сторону. А на четвертом уклоняйтесь от нее. Если на близкой, трижды под определенным углом перекатитесь в ее сторону, а затем от нее. Легче легкого. Трижды под определенным углом перекатитесь в ее сторону, а затем от нее. Звучит как надежная инструкция, у которой нет минусов. С такой инструкцией мы задоджим гарантированно. Сомнения отбросить. Непонятно. Просто надо трижды под определенным углом. Трижды под определенным углом. Это был не тот угол, который нам нужен. А, затем от нее. Не тот угол. Если вы на близкой дистанции, трижды под определенным углом перекатитесь в ее сторону, а затем от нее. Трижды под определенным углом перекатитесь в ее сторону, а потом перекатитесь от нее. Миссия. Трижды под определенным углом. Я моление, клинок Микелы. Трижды под определенным углом. Моление, клинок Микелы. Трижды под определенным углом. Перекатитесь в ее сторону, а потом от нее. Окей. Определенный угол сюда. Я выбрал. Раз, два, три. Теперь от нее. Я жив? Чат работает. Идеальная инструкция, я был неправ. Главное было найти определенный угол. Я нашел его. Определенный угол был найден. 27 градусов с половиной. 27 с половиной, чат. Большая разница. Изи. С первой попытки. О нет, неужели вторая фаза? Невозможно. Как так? Кто ожидал этого?
Первая фаза за 30 попыток. Wait. Постой. Что ж. А что ты ее слушаешь? Она маленькая, блин, клинок Микелы. Не слушай ее, вали оттуда, мужик. Окей, это красиво. Алый цветок распускается снова. Сейчас ты познаешь истинный ужас. Сгниешь до костей. Чат, не смотрите. Что ж. Клинок Микелы. Может, у тебя не будет этой вчесовой атаки? Может, ты ее забыла? Красная гниль. Окей, а так проходимо. Вторая фаза, наверное, проходимее первой. Может быть, она во второй фазе забывает эту вчёстовую атаку, а буду полностью серьезен. Если... Она последняя руническая дуга, погнали. И последняя банка изысканного мяса. Сейчас мы ее пройдем, чат. Тут та самая попытка. Вторая фаза так проходима, если там нет вчесовой атаки. Окей? Моление, клинок Микелы. Определенный угол. Определенный угол в ее сторону. Теперь от нее. О, определенный угол работает. Под определенным углом. Под определенным углом моления. Клинок Микелы. Ты должна быть оглушена уже 20 тысяч раз. Спину. Критический удар. Окей, в спину бьет хуже, чем в морду. Ты не отхилишься. Моление. Клинок Микелы. Фиг тебе. Он делает. Он начинает верить. Эту атаку было бы неплохо за... А так проходимо. Окей, еще один раз. Еще одна попытка. Ну, это интересный босс. Что ни говори. Чат, намного же интереснее, чем фейсролить боссов, да?
чем с одними и теми же боссами 100 тысяч раз подряд драться. Может быть, она и в чёс. Но это весело. Это хотя бы контент. Вот если бы весь Elden Ring был такой... Ой, моление. Определенный угол! Определенный угол нужен! Определенный угол сработал. Так, кстати, не шучу. Я уклоняюсь под определенным углом без шуток. На полном серьезе. Я его себе выбрал и уклоняюсь под ним. И это, блин, работает. Какого-то хрена. Я нужен менеджер зеленый срочно. Нет, моление, клинок Микелы. Мы так могли ее пройти. Но первая фаза... Первая фаза у нас в кармане. Окей? Еще одна попытка. Окей, еще одна попытка, и мы заканчиваем стрим. Потому что мне надо идти, мне завтра ремонт делать. Нам пораньше спать лечь, но она так проходима. Навстречу ульты. Ультовать вот так вот ей в лицо — это плохая идея. Была бы неплохая идея, если бы это сработало. Может, на нее бежать с разбегу? Типа вот так? Лучше, чем прыгать. Иногда. Потому что я могу еще вот так делать. Определенный угол! Определенный угол! Определенный угол! Определенный угол! Угол! Дерево помешало. Дерево заблокировало определенный угол. Это не считается. Окей? Поэтому... Еще раз. Эта попытка не засчитывается. Окей? Нам, кстати, нафиг не нужен амулет, повышающий резисты к магии. Наверное, вместо него мне лучше поставить амулет, который максимальное здоровье увеличивает. Я думаю, мы можем повесить плюс 5 к статам. Конечно, получаемый урон увеличится, но вроде как не намного. Смотрим, потестим. Ой, я банку не выпил. Моление, простите, я банку не выпил. Извините, пожалуйста. Туплю, тупанул. Приношу извинения. Дико извиняюсь, моление, клинок Микелы, все дела. Это не считается, потому что я банку не выпил. Еще раз, еще один раз, и я пойду домой. Привет, как дела? Привет. Привет, Ромик. Отлично. У тебя как? Окей, все. Теперь я пью банку. Мы идем на моление клинок Микелы. Это та самая попытка, чат. Мы сейчас это сделаем. Моление, клинок Микелы. Ульту раз, ульту два. И прыжок. Не сбито, но покоцано. Окей, она здесь прыгает сверху. Это отличный шанс для контратаки. Еще шанс. Сбита. Не успеем. Даже не надо было пытаться. Опять определенный угол, определенный угол, определенный угол. Теперь назад, 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 назад. Еее, выжили. Хорош, определенный угол работает. Это отличная контратака. Я думаю, это хилка.
Ультануть. Для профилактики ультануть еще раз. Теперь поинг. Сбита. Крит. Пошла жара. Еще раз вторая фаза. Поехали. Окей. Моление, клинок. Микелы. Хилку. Не спешим. Две хилки. И ультуем. Ультуем прям пока она там стоит. Окей, мана кончилась. Моление, клинок Микелы. Выпустите меня, пожалуйста, из камеры. О, мой бог. А, так проходимо. Первая фаза без шуток больше не проблема. Подсказка насчет определенного угла решила все прохождение. Она не хилится во второй фазе. По-моему, она хилилась. Она красивая. Но мы ее проходить будем либо в секретный понедельник. Как бы я хочу ее сейчас пройти, но время 9. Окей? Не могу я чат до утра стримить. Потому что завтра не проснусь. Поэтому на сегодня мы будем заканчивать. Микелия, клинок Марины вернется или в понедельник, или во вторник. Если в понедельник, то в виде секретного стрима. Если во вторник, то, как обычно, третьей игрой. Так что